Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Счастливые цвета для владельцев этого имени являются оттенки розовато-лилового, фиолетового или пурпурного цвета. Буква «У» в этом имени отвечает за гуманизм, хорошо развитое воображение и острую интуицию. У человека с этим именем есть вибрация, которая наделяет блестящим умом, красноречием, находчивостью и обаянием. Буква «У» в этом имени означает развитое воображение, великодушие, доброжелательность и порой излишнюю прямолинейность. В личных отношениях они зачастую излишне сентиментальны и склонны к долгим поискам своей судьбы. Буква «У» говорит человеку, что не все стоит делать так, достоянием общественности. Предпочтение часто отдают тихой и спокойной жизни, а в любви способны идти на любые жертвы. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Обладатели этого имени по своей природе часто страдают от нетерпеливости и поверхностного отношения к проблемам. Им очень сложно завершать начатые дела. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. «И» значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Иногда эти люди бывают чересчур мрачны. На них возложена особая ответственность вести себя так, чтобы не нарушить ни одного закона морали. Жадность – наиболее распространенный порок в этом имени. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. У человека повышена чувствительность к тому, что говорят о нем люди. Звучание буквы «С» не вызывает раздражения. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.